Сезон перезагрузки. Городской парк культуры и отдыха ушел в отпуск до весны. Летний период был весьма активным. Увеличилась посещаемость, появился новый аттракцион «Детское колесо обозрения». О планах и перспективах на весну-лето наступающего года наш следующий репортаж. В городском парке культуры и отдыха непривычно, тихо и безлюдно. Очередной сезон закрыт. Аттракционы ушли в отпуск. Их отключили. Демонтировали узлы, отдельные детали, посадочные модули. Сняли двигатели. Качели поставили на длительное хранение. До весны. В межсезонье проведут плановый ремонт отдельных элементов имеющихся карусели. Территорию благоустроят. Работы по наведению порядка в самом разгаре. Потихонечку проведем дефектовку каких-то деталей и узлов, заменим их на новые, потому что в летний период некогда будет над ними стоять. Там только где-то какие-то, если текущие ремонты или какие-то такие легкие виды работ. А вы сами знаете, что на сегодняшний момент сани готовят летом, так и мы сейчас зимой проводим комплекс работ, который будет направлен на то, чтобы мы летом беспрепятственно, без простоев работали и зарабатывали денежные средства. Этот сезон был знаменательным для городского парка. За собственные средства он приобрел колесо обозрения для маленьких пинчан. Его цена составила 76 тысяч белорусских рублей. Аттракцион стал четвертой новинкой за последние 10 лет. Сегодня горожане и гости столицы Полесья могут кататься на 12 аттракционах. Старейшим из них остаются Юнга и Ромашка. Их техническое состояние полностью соответствует требованиям безопасности. Грех жаловаться нам на посетителей. Посетители были в этом году. По количеству билетов мы продали около 100 тысяч проданных билетов. Поэтому посетителей на сегодняшний момент, я считала, хватало по количеству и тех билетов, и тех людей, которые гуляли семьями, в одиночку гуляли группами. Также таким же количеством мы обслуживали людей. Были посещения и групповые, были индивидуальные, были семейный отдых. Посещаемость аттракционов, если сравнивать с прошлым годом, увеличилась. Интерес к отдыху в парке у горожан ощутимо вырос. И пандемия сыграла в этом не самую последнюю роль. В сезон отпусков многие пинчане провели на родине. Самыми нагруженными ожидаемо были выходные и праздничные дни. Перспектива на сегодняшний момент собрать денежную массу, постараться ее положить так, чтобы потом реже доставать и собирать, естественно, деньги на очередной аттракцион. Сезон аттракционов традиционно завершается в начале октября по вполне объективным причинам. Использовать механизмы и электрооборудование в дождь, снег и при низких температурах категорически запрещено. Гостей городской парк будет принимать с 1 мая 2022 года.